Загадуй бажання і занухай свічечки. Свічечки. Сильно. Кашу їм. Ура! Давайте тричні. Happy birthday to you. Я смотрю. Так. Ну, научу, зумнявся з штильних. Слушайте, она была в очень тяжелом состоянии, она была несколько дней в коме точно, там были критические 73 или 2 часа, когда собственно говоря, там ждали, ребенок выживет, не выживет. И пойдем до мячика. У ребенка была когда-то травма. Я знал, что там лечили локоть, ездили в Харьков, там как-то мы общались на эту тему, помогали чуть-чуть. И вот только по шраму я понял, что это вероятно. То есть я не делал никаких фотографий, мне кажется, это не нужно. Ну, там, поверьте, узнать было тяжело. Уже со второго приезда, спустя неделю, вот когда сошел отек, тогда там, можно было там определить, да, это Вероника. Мой друг, он был сразу же без сознания, а девочка тяжело дышала. Ну, я единственная, которая хоть как-то что-то понимала, что происходит, хотя я не понимала, что я попала под обстрел, и то, что я сейчас... Ну, я думала, я сейчас встану и пойду, и все будет хорошо. Но нет, не встала, потому что у меня ноги как атрофировались, и я вообще как-то... Ну, было страшно. Знаете, было страшно не то, что я там пострадала, а то, что сейчас я могу умереть. Вот это вот просто, вот я думала, типа, блин, неужели так быстро все закончилось? Неужели вот сейчас и просто вот, ну, я умру просто и все? Потому что я чувствовала, что все. Я поверила в Бога, Господи, я начала читать так молитвы. Я прям просто, ну, очень страшно было, что именно умру. А потом, когда уже сказали прохожие, что все нормально, я буду жить, меня это как бы успокоило. И первые мои шаги были это с палаты до столовой. Да вы шо, это песня прям. И получается так, что когда я уже возвращалась обратно со столовой, у меня очень сильно закружилась голова. Но я очень рада, на самом деле, что я начала ходить. То есть, ну, в принципе, я после того, как попала под обстрел, переосмыслила многое, сделала выводы. Нужно ценить жизнь и ничего не откладывать на завтра. Никогда.